По итогам прошлого года ульяновские специалисты государственных закупок успешно справились со своей задачей. Глава региона оценил работу закупщиков на ежегодном заседании профильной коллегии. Благодарю вас за работу в прошлом году, за то, что слаженная профессиональная команда закупщиков Ульяновской области ежегодно достигает всех необходимых результатов. Мы собрались для того, чтобы подвести итоги работы в прошлом году и обсудить планы на год текущий. По 44-му закону в регионе работают 1500 государственных и муниципальных заказчиков. На их долю приходится более 80% всего объема закупок региона. Объем закупок в прошлом году составил более 50 миллиардов рублей. В правительстве поставили задачу сделать процедуру более прозрачной. Мы методологически совершенствуем работу и муниципальных закупщиков, и корпоративных закупщиков. Это было новое для нас направление, работа централизованная по 223-му федеральному закону. Сейчас мы видим о том, что уже 200 закупщиков обслуживаются уполномоченными органами. А в целом надо сказать о том, что тот объем работы, который проходит сейчас как через единое окно, через агентство, позволяет нам очень серьезно повышать эффективность и качество закупок. Положительная динамика отмечена в части повышения прозрачности прямых малых закупок. Благодаря обучающим мероприятиям заказчики более активно стали пользоваться электронными сервисами площадок. Экономия по малым закупкам в электронной форме составила свыше 52 миллионов рублей, что более чем в полтора раза выше показателей 2022 года. Агентство показало свою успешную работу. Данную функцию выполняет 28 сотрудников агентства. Также есть подведомственное областное государственное казенное учреждение «Центр по сопровождению закупок», который является оператором региональной информационной системы ЦК «Госзапас». По закону 44-му мы не являемся регуляторами с 2014 года агентства, а с 23-го года, по 23-му закону с 22-го. Учитывая специфику организации и различное законодательство, мы по-разному строим свои взаимоотношения с государственными и корпоративными заказчиками. Так, Ульяновская область находится на втором месте в рейтинге субъектов Российской Федерации по индексу эффективности закупочной деятельности регионов, проведенного некоммерческой организацией Ассоциации «Рост». Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.